Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылки с магазина Мылоопт. Открываем нашу посылочку. Здесь у нас вверху накладная. Первая у нас идет мыльная основа. Я всегда заказываю английскую. Вот она. Я заказала 1 килограмм. Дальше отдушка бархатная роза и жасмин. Вот она у нас. Такая. Очень пахнет, больше розой пахнет. Приятный аромат. Форма силиконовая. Свеча в розах. 3D люкс форма. Я первый раз заказываю такие формы. Здесь идет инструкция по применению силиконовых форм. У меня это самая первая форма. И скоро мы сделаем мастер-класс по этой форме. Такая красивая. Также я хочу сделать свечку тоже в этой форме. Дальше у нас идет ароматизатор пищевой Berry Tresuri. По-моему, правильно я назвала. Мне не то достало. Вот такое. Даже не знаю, чем пахнет. Таким каким-то, что ли, сиренью. Краситель пищевой жидкий, синего цвета. И заказала форму пластиковую мишка сердца. Вот такая красивая формочка. Ну, пожалуй, все на этом. Всем спасибо за просмотры. Заказывайте в магазине Мылоопт. Там очень приемлемые цены. Также быстрая доставка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!